Снег на театралке буквально смыли водой. Сцену еще делают, несмотря на небогатую афишу празднования 1 мая в Кирове. Подготовка идет. Вот таким способом коммунальщики топили на площади снег перед майскими праздниками. Температура воды выше, чем температура снега. Как объяснили в администрации, таким способом подрядчик боролся с ледяными накатами. Запускать грейдеры на расчистку не стали из-за недавнего ямочного ремонта на площади. А такой способ борьбы также применяется на морских судах во время зимних штормов в северных водах. Сегодня на театралке к 1 мая готовят сцену. Там должны успеть заасфальтировать участок. На крыльце драмтеатра приводят в порядок лестницы. 1 мая в 9:20 на театральной площади начнется шествие профсоюзов. Из-за него будут перекрыты улицы Московская, Карла Маркса, Володарского, Свободы, Ленина, Казанская, Карла Липнихта и Динамовский проезд. Те же самые ограничения будут касаться и движения общественного транспорта. Это, пожалуй, единственное масштабное мероприятие, запланированное на праздник весны и труда. Полицейские с этого дня и вплоть до 9 мая будут нести службу в усиленном режиме. Все праздничные площадки будут обследованы с помощью кинологической службы.